Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной вебинар. Пожалуйста, во вкладке «Общий чат» поставьте плюс, если вы меня хорошо слышите. Большое спасибо! Очень рада видеть вас на нашем занятии. И, пожалуй, что мы начнем. Как я уже говорила, это очередной вебинар из длинной серии. Меня зовут Надежда, и мы продолжаем разговаривать о теплотехнических свойствах стеклянных конструкций в разных ракурсах и в разных аспектах. Достаточно длительное время мы говорили об энергосберегающих технологиях. Мы упоминали об энергосберегающих, так сказать, пассивных домах. Мы рассматривали их достаточно подробно. И сегодня хочется затронуть достаточно суровую такую тему. Это различные методы определения тепловых характеристик стекла, стеклянных конструкций, которые также очень обширны. И за одну лекцию, за один вебинар, естественно, ее не охватить. И так или иначе мы будем продолжать эту тему. Она, как я уже сказала, достаточно серьезная и требует повышенного внимания. Для чего, собственно, мы уделяем такое внимание, ставим такой акцент на тепловых характеристиках стекла? Ну, во-первых, потому что, например, анализ структуры общих теплопотерь в жилых зданиях показывает, что через световые проемы теряется до 15-30% тепла. Это очень большая цифра. При этом значительная его часть уходит через места примыкания окон к стенам и через откосы, то есть через разные совершенно места, через разные элементы конструкции. Уровень теплозащитных свойств ограждений характеризуется величиной приведенного сопротивления теплопередачи, о котором мы с вами поговорим в дальнейшем на нашем сегодняшнем занятии. Сразу скажу, что теплопередача – это перенос теплоты через ограждающую конструкцию от среды с более высокой температурой к среде с более низкой температурой. Это такое более простое определение, не наукоемкое и не наукообразное. Нужно принять во внимание, что сейчас энергоэффективности, во-первых, во всем мире, а во-вторых, естественно, и в нашей стране придается достаточно серьезное значение. Например, в соответствии со статьями 6 и 11 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, сформированы требования энергетической эффективности зданий. И в дальнейшем базовые уровни требований энергетической эффективности таковы. То есть на 15% она должна быть выше по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу данных требований. На 30% по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года, то есть очень скоро, и на 40% по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года. То есть достаточно высокое повышение энергоэффективности, в соответствии с которым коэффициент сопротивления теплопередачи оконных конструкций, скорее всего, будет увеличен. С коэффициентом мы познакомимся. То есть вернемся к нему чуть позднее, мы с ним уже знакомы по некоторым
прошлым вебинаром. А сейчас попробуем разобраться, в общем-то, что же нам необходимо для того, чтобы наши конструкции стеклянные были энергоэффективны и успешно сопротивлялись теплопотерям. Еще не совсем недавно было достаточно трудно делать расчеты стеклянных конструкций, потому что в основном хорошие конструкции были импортного производства, и у каждой фирмы, ну, правда, это и до сих пор существует, имеются свои стандарты, имеются свои наработки и способы расчетов, однако все-таки у нас прогресс тоже не стоит на месте, и кроме импортных стандартов для определения характеристик тепловых, имеются и наши собственные. Одним из интересных стандартов является национальный стандарт Российской Федерации «Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик». Он адаптирует в себе, если можно так сказать, два основных стандарта для стеклянных конструкций. Это европейский стандарт EN 673-1997 «Стекло в строительстве» и ГОСТ отечественный R 54-165-2010 «Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик и методы определения сопротивления теплопередачи». Это два базовых стандарта, по которым делаются расчеты. Как я уже сказала, они модифицированы в общем стандарте, и он до, по крайней мере, марта 2016 года у нас действует. Здесь даны методы расчета, основные термины, основные формулы и так далее. Для оценки передачи тепла через ограждающие конструкции зданий, в том числе остекление, существует еще несколько вариантов стандартов, которые приведены на слайде. Это также ГОСТ «Стекло и изделия из него». ГОСТ «Блоки оконные дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи». Это различные нормы и справочники по строительным конструкциям, элементам зданий, их термическому сопротивлению. И это СНИПы, которые, можно сказать, являются вспомогательными, но данные из них обязательно присутствуют в различных формулах, в различных расчетах. Это строительная климатология, это строительная теплотехника и тепловая защита зданий. Самое интересное, что в различных стандартах, то есть европейских либо российских, существуют разные виды терминов, разные виды единиц и определений. Например, по российски, так скажем, мы рассчитываем величину обратную европейской. Об этом мы поговорим чуть дальше. Итак, область применения стандартов, указанных мною выше, достаточно широка. То есть в нее входит стекло без покрытия, включая стекло с поверхностным рельефом,
Это, например, узорчатое стекло. Это также стекло с покрытием и материалы, непрозрачные в дальнем инфракрасном диапазоне. Это, например, натрий-кальциевое стекло, боросиликатное стекло и стеклокерамика. То есть большой достаточно спектр различных совершенно материалов и изделий. И это также многослойное остекление, состоящее из вышеуказанных стекол и материалов. Ну и отдельно нужно сказать, что настоящий стандарт не распространяется на многослойные остекления, содержащие в газовых промежутках листы или пленки, которые прозрачны в дальнем инфракрасном диапазоне. Надо сказать, что процедура, установленная стандартом, позволяет определить две величины. Величину R, сопротивление теплопередачи, она принята к расчетам в Российской Федерации, и величину U, коэффициент теплопередачи, который принято использовать в европейских странах. И определяется это в центральной зоне остекления. Надо сказать, что еще одна тонкость. По стандарту методы расчета относятся к сопротивлению теплопередачи и коэффициенту теплопередачи остекления с плоскими параллельными поверхностями. Краевые эффекты, которые вызываются тепловым мостиком через дистанционную рамку, например, клееного стеклопакета или оконную раму, здесь не учитываются. Кроме того, не учитывается в расчетах и перенос энергии за счет солнечного излучения, например. Еще одна тонкость. В некоторых вариантах европейского расчета коэффициента он называется K. И также обратно, скажем так, обратно пропорционален российскому коэффициенту R. Но просто механически как-то, то есть просто пересчитать, допустим, коэффициент K или коэффициент U в коэффициент R, это не вполне корректно, поскольку методики измерения в России и в других странах достаточно различаются. Но если продукция прошла сертификацию, то производитель обязан предоставить заказчику именно показатель теплопроводности, то есть рассчитываем именно то, что есть в наличии, то есть сертифицированное или нет. Какие термины и определения также мы должны использовать при расчетах? Здесь приведены не все, поскольку их достаточно много, и мы также с ними познакомимся или вспомним о них на следующих вебинарах. Однако, как мы уже говорили, с европейской точки зрения, это коэффициент теплопередачи, величина U. Также у нас в ходу по европейским стандартам так называемые декларируемые значения. Это значение величины
сопротивление теплопередачи R или коэффициента теплопередачи U или K, как его в некоторых вариантах называют, которое рассчитано для вертикального остекления при стандартизованных граничных условиях. Важная величина – это сопротивление теплопередачи R, то есть, я бы сказала, она краеугольная в нашем случае. А также проектные значения – это значение величины R или U, которое рассчитано при нестандартизованных граничных условиях, где учитываются, например, расположение остекления, климатические и другие географические особенности региона применения. Как я уже сказала, терминов и величин достаточно много. Это большой достаточно список, мы к нему будем возвращаться, но сегодня поговорим именно о названных мной. И так они участвуют в основных формулах расчета теплотехнических характеристик, которые мы сейчас и рассмотрим. То есть, опять же, начнем рассматривать этих формул много. Мы рассмотрим начальные и основные. Итак, расчет величин R и U, которые определяются по формуле, приведенной на экране, в которой участвуют коэффициенты внешнего и внутреннего теплообмена, коэффициент общего термического пропускания остекления. Это, так сказать, базовая формула. И общее термическое сопротивление остекления мы можем определить по формуле, в которую включены коэффициент термического пропускания каждого газового промежутка, количество газовых промежутков, толщина каждого слоя материала остекления, термическое сопротивление каждого материала, например, термическое сопротивление натрия кальциевого стекла равно единице. И, конечно, здесь же нужно учитывать количество слоев материалов. Важно учитывать требуемые значения. Коэффициента сопротивления теплопередачи для каждого региона нашей страны. Это значение определяется в соответствии с продолжительностью отопительного периода и рассчитывается по следующей базовой формуле. Где у нас R – это сопротивление теплопередачи профиля. Эта величина предоставляется именно производителям профилей, и у каждого своя. RSP – это сопротивление теплопередачи стеклопакета. Ее мы берем из ГОСТа, стеклопакеты, клеенные строительного назначения. И бета – это отношение площади остекления к площади заполнения светового проема. Это величина, которую необходимо рассчитать. Чем больше показатель, который мы сейчас рассчитываем, требуемое значение, тем меньше теплопередача через конструкцию. Требуемые значения коэффициента сопротивления теплопередачи, как я уже сказала, различны для каждого региона нашей страны и определяются в соответствии с продолжительностью отопительного периода. Ну и чтобы рассчитать самостоятельно
сопротивление теплопередачи оконной конструкции, нам понадобятся, во-первых, данные по сопротивлению теплопередачи профиля. Это от производителей. Второе, данные по сопротивлению теплопередачи стеклопакета в соответствии с ГОСТ. И третье, формула отношения площади остекления к площади заполнения светового проема. Ну и попробуем посмотреть, из чего же состоит эта единица отношения. Она рассчитывается по формуле, в которой учитывается площадь остекления. Это светопрозрачная часть окна без учета профиля, створки, коробки, импоста. И площадь непрозрачной части конструкции окна. Это как раз все, что входит в исключение по первому пункту. Но, естественно, большое значение имеют внешние климатические условия. Когда мы с вами знакомились со стандартами, с нормативными документами, климатология у нас проходила как вспомогательные, но все-таки, можно сказать, базовые. Вспомогательные, но, можно сказать, базовые информации. Потому что, естественно, окна, которые подходят для южных районов нашей страны, вряд ли подойдут жителям крайнего севера. Это, естественно, всем понятно. Попробуем рассчитать пример, чтобы было более-менее понятно, как это делать. Пример расчета сопротивления теплопередачи конкретного оконного блока. Ну, например, это четырехкамерный профиль шириной 70 мм, в который входит двухкамерный стеклопакет с указанными на экране характеристиками. От производителя нам достались размеры и другие параметры. Например, высота профиля рама со створкой 112 мм, высота створки 77 мм, комбинации створок и импоста около 187 мм и коэффициент теплопередачи пакета профилей 1,4. Рассчитываем площадь непрозрачной части конструкции окна, учитывая все данные, которые мы получили от производителя и из ГОСТа. И у нас получилось 0,87 квадратных метров. Нам нужна также площадь остекления, которая составляет 1,23 квадратных метров. Имея данные, мы можем вычислить коэффициент сопротивления теплопередачи, учитывая, что коэффициент бета у нас получился 0,58 из предыдущих расчетов. Итак, в целом коэффициент сопротивления теплопередачи у нас вышел 0,56 метра квадратных на градус Цельсия ватт. Еще раз напомню, что у нас сопротивление теплопередачи, которое характеризует теплозащиту наружных ограждающих конструкций, ну и окон в том числе, нормируется по СНИПу «Строительная теплотехника», а также по СНИПу «Тепловая защита зданий», который, кстати, приведен на экране. Нужно сказать, что приведенное сопротивление теплопередачи РО R0
которые относятся к ограждающим конструкциям. Сюда же относятся окна, фонари, например, даже с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45 градусов, нужно принимать не менее нормируемых, нормативных значений, которые определяются по специальной таблице СНИПа в зависимости от градуса суток района строительства, района применения стеклянных конструкций. Табличка приведена на экране, это часть таблицы. И здесь достаточно доступно можно рассмотреть и понять, какие нам нужны величины. Показатель градуса суток рассчитывается по следующей формуле, в которую вводится расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, которая принимается для расчета ограждающих конструкций группы зданий, средняя температура наружного воздуха и продолжительность в сутках отопительного периода. И, например, если мы рассчитаем эту величину для Москвы, то она у нас получится 4943. Ну и методом интерполяции определяется значение сопротивления теплопередачи для Москвы и подобных климатических зон, например. У нас она получается 0,52 метра квадратный на градус Цельсия ватт. Если учесть, что в Москве действуют стандарты энергосбережения в зданиях, в соответствии с которым приведенное сопротивление теплопередачи для окон следует принимать 0,54, то мы с нашим расчетом вполне укладываемся в эту величину. Итак, на сегодня основные расчеты мы закончили. И единственное, хочется еще добавить, что по рекомендациям того же СНИПа, приведенное сопротивление теплопередачи глухой части, например, балконных дверей, должно быть не менее чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередачи светопрозрачной части этих изделий. Это достаточно важное примечание, и нужно его учитывать. Ну и в завершение хочется напомнить, что влияет на показатель сопротивления теплопередачи окон. Это, во-первых, размеры окна в целом, а также его рам и створок. Во-вторых, это материалы блока. Это естественно. Например, ПВХ, дерево, алюминий, естественно, различаются по своим качествам. В-третьих, это тип остекления. Сюда входит также ширина дистанционной рамки стеклопакета, наличие и стекла, и специального газа в стеклопакете. Имеется в виду наличие низкоэмиссионного стекла. В-четвертых, число и расположение утеплителей в системе рама-створка также играет большое значение. Ну и устройство монтажного шва необходимо делать по ГОСТу, швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. По ГОСТу блоки оконные общие технические условия касательно показателя приведенного сопротивления теплопередачи изделия подразделяются на классы от А,
первого с сопротивлением теплопередачи 0,8 и более до D2 с сопротивлением теплопередачи 0,35-0,39 метр квадратный на градус Цельсия ватт. Таким образом, следует отметить, что несмотря на ощутимое влияние, которое оконные профили именно могут оказывать на температурный режим окна и на теплопотери через него, определяющие роль в этом всем, то есть в сохранении тепла, в улучшении теплотехнических характеристик, сохраняется непосредственно за остекленной частью. Поэтому качество стекла, его характеристики, его инновационные свойства играют более важную роль даже, может быть, чем качество профиля, как утверждают некоторые специалисты. На этом сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их в общий чат, и было бы интересно услышать ваши пожелания для тем следующих вебинаров, то есть